то, что касается ИГИЛа, здесь, конечно, чему поражаешься, это с точки зрения совпадения задач между, у ИГИЛа и у Израиля. Вот если вы посмотрите, что не нравится Израилю в арабском мире, по тем точкам бьет ИГИЛ. Он же не по Израилю бьет. Он такое ощущение, как будто сценарий вот этих вот мест, которые подлежат уничтожению, написан в Израиле. Ну, это уж чисто объективно. Просто тут, это не случайно. Ну, знаете, это уж слишком, так сказать, сложно вот как бы такую систему совпадений породить. А отсюда и понятно, откуда эти ниточки-то тянутся.